в одном движении спорта и искусства. В Чебоксарах разыграли награды чемпионата республики по фитнес-аэробике. Популярность этого вида спорта в Чувашии растет. В этом убедились и мои коллеги. Энергичные танцы, яркие костюмы и заводная музыка на турнире по фитнес-аэробике, искусству и спорт сливаются воедино. Это 9-й по счету республиканский чемпионат. Побороться за медали и кубки сюда приехали более 700 человек. Победы на подобных турнирах – упорные тренировки. Участники говорят, что перед выступлением на сцене приходится неделями репетировать свои номера. Высокие баллы спортсменам присуждают за демонстрацию сложных элементов. У нас были элементы шпагата, махов. Мы до выступления растягивались, репетировали. Татьяна Валерьевна нам помогала, говорила советы. У нас разные стили есть. Как дэнс-холл, вок, хаус, хоп, разные модели, локинг, да. Вообще фитнес-аэробика в республике развивается активно. Только на этот чемпионат приехали команды из 12 районов. Причем этому виду спорта обучают и в детских садах. Третьи уроки физической культуры также проходят по программе фитнес-аэробики. Очень важно, что подхватили эту работу и в районах. На популярность этого вида спорта повлияли и массовые зарядки со звездами. Каждый год для горожан их проводила команда Оксаны Вербиной. За вклад в развитие спорта президенту Федерации фитнес-аэробики глава республики вручил благодарность и наручные часы. Условия для занятий спортом в республике будут создавать и дальше, отметил Михаил Игнатьев. Мы спортивные объекты строили и будем строить. Сегодня масштабно, красиво, роскошно проходят уже массовые такие мощные мероприятия, которые проводят федеральные органы власти, общественные организации, разные федерации. Нам доверяют, вам доверяют, и мы построим еще несколько объектов, несмотря на сложности в экономике, несмотря на дефицит финансовых средств. Эти вложения оправдаются. Количество призеров престижных турниров в республике растет каждый год. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.